докажи мне, сделай милость. Итак, смотрите, вот эти вот МРТ-снимки всего позвоночного столба были сделаны в 2016 году. Ситуация была очень сложная, можете их рассмотреть подробно, особенно знатоки. Мне грозила инвалидность, просто-напросто инвалидность. Теперь у нас на дворе 20 января 2020 года. И как видите, я бегу. Снимки я там делать не буду. Ну что там снимки сделаны там? Изменилось, что не изменилось? Мне интересует вот такой результат. Я бегу. И это меня радует больше всего. Так, что я еще думаю сделать? Знаете, как бы сказать... Вас, конечно, не удовлетворяют такие ответы, мол, там я там себе там все доказал, и та-ра-та-та, там докажи нам. Не буду разглагольствовать на эту тему. Я себе доказал многое, но у меня интересная вещь есть. Я делал чистку печени, и как-то мне это уже несколько поднадоело, вот это вот с маслом. Я хочу сделать такую оригинальную чисточку с помощью простого средства талой воды. И я сниму, действительно, сделаю узю желчного пузыря, узю, значит, почек и мочевого пузыря. Короче, там пролазим, все это дело посмотрим. Сейчас я подумаю, кому надо будет обратиться. И после этого примерно я попью, наверное, месячишку, а то два, ну где-то примерно так, талую воду, скажу так, по своей собственной системе. И потом опять сделаю видос. Да и пройду, наверное, опять этот узю эту. Посмотрим, что там изменилось. То есть это не для вас делается. Это я делаю для себя. И если вы хотите что-то сделать для себя, вот прежде всего надо понять, что и как. И опять-таки мне здесь, знаете, помогает вот спорт. Когда я в юности занимался этим делом, смотришь на людей... Там мастеру, вот у международников, они там поднимают. Вот они там доказали. Вот как, что ты на них смотришь? Почему ж они так столько поднимают, а ты от этот вес там, если отрываешь, то это хорошо. И вот я доказал самому себе именно на спорте. Вот это самое главное. Не кому-то там, а самому себе, что ты можешь. Так что у меня вот такая вот вещь, которой я займусь. Что-то я немножечко так загорелся вот этим вот. Именно с помощью талой воды. А все дело еще в том, что на эту тему наткнул меня Николай Друзяк. Вот он говорил, там пил, там у него там растворились тромбы, там еще, кожа лучше стала и прочее. Лепота, лепотища. Уверенность. Спокойствие, сила, красота, богатство. Ноздрями жизнь втягиваешь. Вот это да! Ну и я как-то на голоде... Решил тоже это применить. То есть я сначала вроде как на сухую поголодал, а потом, не прерывая голодание, начал где-то недельку всего лишь навсего, по-моему, где-то так, может чуть больше, там дней 8, я попил талую воду. И я бы не сказал, что чего-то там я ощущал. Но через некоторое время из меня стал выходить песок через мочеточники. Были боли. Я орал. Это все случилось в поезде, неожиданно. Жена была в шоке, с меня льет пот, мне больно, я не могу терпеть. Ох.
Было-было, думал сняться там с поезда, как раз ехал на съемки. Так что я это не понаслышке знаю. Но тем не менее, я просто вам довожу до сведений, через что я прошел, и, возможно, это ожидает вас. Поэтому никого не тяну и так далее. А вот для себя я вот такую штучку решил сделать, потому что она мне понравилась по своей результативности. А теперь я хочу, так сказать, капитально это проделать. То была, так сказать, проба сил. Это был 2012 год, когда я поработал немножко с талой водой. Ну вот, пожалуй, все, что я вам хотел сказать. Займусь я этим делом. Сейчас я скоро в Свердловск съезжу. А вот, скорее всего, после Свердловска, это где-то как раз с начала, наверное, февраля, я начну этим делом заниматься. Вот такие у меня планы. Ну, пожалуй, и все на данный момент. А вот что касается с позвоночником, вот он развалился. Развалился не от того, что там какой-то образ жизни. Это из-за того, что я переусердствовал там в такой гравитационной гимнастике, где надо было двумя ногами давить, а я давил одной, там перекосил, перето там. Короче, знаете, можно поставить такие веса и в такое положение, что вы просто-напросто можете выщелкнуть вот этот вот межпозвоночный диск по своей собственной глупости. Ну, как говорится, и сын ошибок трудных, ну, вот такое вот было. Но, тем не менее, я побежал даже.